Алейкум салам. Шакид до 67-го года была, ну ха, эба. Ну, аварцев там уже не оставалось, уже давно они ассимилировались, стали азербайджанцами давно. Еще до советской власти, намного раньше. Там и Нуха есть, и Хет Арабиор есть, там и другие названия есть аварские, но они давно уже не аварцы, очень давно. А Хет Аурусу, Хет фамилию, которая Хет Хетавасу или Хетов, которые носят там до сих пор есть. Они вроде бы говорят из-за Катарского района, в 19 веке переселились туда. И по их нему это Хета Уба, и потом стало Кетовлар и так, Хетовлар и так далее. В Кахском районе было на начало 20 века еще 12 тысяч аварцев, но сейчас они почти все ассимилировались. Там где-то человек 500 аварцев осталось, помалу. И только некоторые, только старики знают аварский язык. Таких аварцев там мало осталось. Аварские села там были Елису, Сарыбаш, там потом Кашкачай. Имам Мустафаев знал аварский язык, допустим. Потом Амбарчай частично, Юхары Малах, Ашагы Малах были аварцы. Потом Гюлюк, часть населения были аварцы. В Куме было немного аварцев, в других местах тоже.